«Рубежи ветерана» – акция с таким названием проходит в Югре. Ее участники оформляют подписки популярных изданий для ветеранов Великой Отечественной войны. На акцию откликаются общественники, организации города и округа. Так, окружной центр профпатологии уже обеспечил 25 фронтовиков свежими газетами во втором полугодии. Сегодня благодаря неравнодушным югорчанам вручили сертификаты двум ветеранам. Оформить бесплатную подписку хотели бы и другие участники войны. В этом им может помочь любой житель региона. Люблю газеты все, люблю Югра и люблю, значит, политическую Самара Югра тоже, вот, и потом ветеран войны вот этими газетами, я ими только и живу, и читаю всегда. Как только получу из ящика, сразу уже я сажусь и читаю все новости, потому что так в стране политику смотрю. В стране так все неспокойно, мирения никакого нет, это тоже меня беспокоит. У меня же очень много детей, 17 внуков и 20 правнуков, и праправнучка еще, вот. Как гражданин страны, как благодарный, вот безмерно благодарный потомок, я хотела бы, чтобы такие акции стали традиционными, чтобы как можно больше людей, организаций, предприятий, руководителей принимали в ней участие и оказывали всяческую посильную помощь каждому ветерану.